Привет, ребят, девчат, а.к.а. Crazy Russian. Ну вот, капитализм со звериным оскалом. Чтобы выжать из меня последние соки, купили мне дешевый в этой линейке iMac Pro 2017 года за 5 косарей, чтобы я пахал вообще. Я занимаюсь немного видео эдитингом, да, ну, и вот чтобы производительность, конечно, повысилась, чтобы я здесь сидел днями и ночами. Параметры, конечно, чумовые. 32, и карточка просто чума тоже. Вау. Процессор я такие даже ни разу не пробовал. Ну, в общем, все летает. Дисплей просто чумовой. Аж прям пахнет лесом и горами. Ладненько, первое впечатление поставлю на него. Классная вещь, что, я не знаю, в этих только моделях мышка, видите, заряжается. И вот клавиатура тоже имеет аккумуляторы. Вот здесь у них портец есть. Вот он. Отлично. Оп. Ну, в общем, я доволен, да. Старенький компьютер, конечно, еще послужит, но этот будет побыстрее. Ладненько, ребятки, просто первое впечатление. Обалденная вещь. Шустрый, конечно, супер. Ну, а как с софтом поработаю, сделаю еще разочек видосик. А вам всего наилучшего и отличных выходных. До свидания.